Всем огромный привет, рада всех видеть на канале. Сегодня я хочу распаковать посылочку. Нахожусь не дома, нахожусь покамись в машине. Нужно отдать товар, поэтому будем делать в таком вот режиме. Смотрите, фактура вся замятая. Давайте ее быстренько уберем. Посмотрим, что пришло. Один из товаров сейчас отдам. Это у нас Incandescence. Пришел он в лимитированном таком формате. Заказывала через сайт. Стоил 499 рублей. Зафольгирован. Это классический. Поэтому сейчас отдам. Остальное будем смотреть уже, как обычно, у меня дома. Всем еще раз привет! Давайте начну показывать, что я заказала. Не смогла пройти мимо шикарного предложения и не заказать со скидочкой 50% новинку этой компании, новинку каталога. Это эликсиры любви. Заказала я все три. И при условии заказа 4 водичек давалась скидочка именно 50%. Я заказала Today, у меня как раз есть на него клиент, и этот Today мне заберут. Водички эти обошлись в 599 рублей, и сейчас я посмотрю, как выглядит флакончик. Девчонки, шикарные флакончики, шикарные просто ароматы. Мне, сразу скажу, понравились все три. Я сейчас их нанесла на блоттеры и подождала минут, наверное, 10, включила камеру. И сейчас идет просто такой шикарный шлейф в комнате. Все перемешалось, все ароматы. Я даже не могу определиться, какой мне нравится больше всего. Мне и роза понравился, и ирис с жасмином, с нероли вернее. И жасмин тоже... Тоже мне безумно интересен, и, наверное, завтра или послезавтра у меня выйдет на канале видео, где я эти ароматы, все о них расскажу, и я даже нашла их аналоги из компании Avon. Такие ароматы, поверьте мне, раньше существовали, поэтому, кому интересно, обязательно посмотрите мое следующее видео, которое выйдет, наверное, через день или через два, а мы давайте продолжим. Следующее, что я сразу хотела бы показать, за то, что я заказала вот эти 4 аромата, я заработала 2 балла и смогла выбрать за 99 рублей себе водичку, ну, можно сказать так, в подарок. Я взяла Yves Duet контраст, мне очень нравится эта водичка, вскрывать не буду, потому что, скорее всего, это пойдет на подарок, либо я продам. Также по онлайн-предложению, это на сайте, на первой страничке, можно было выбрать в спецпредложениях по выгодной цене. Я выбрала аромат Passion Dance всего за 169 рублей. Шикарнейшая просто цена, их сейчас распродают. У меня в использовании есть, но за такую цену я решила все-таки еще один в запасе к себе взять, так как их скоро уже невозможно будет купить. Следующее, что я заказала, это была такая вот серия, которая называется Attitude. И у них есть различные виды ароматов, а вот это была новиночка. С яблочком, называется, по-моему, Friends Attitude. Стоила в каталоге 349, мне обошлась за 254 рубля. Я посмотрела, в следующем каталоге этой водички не будет. И думаю, что все-таки она мне обязательно нужна, я хочу ее. Тем более, я когда увидела, что в ней присутствуют ноты яблока, я даже не стала раздумывать и приобрела ее просто молниеносно. Вот так вот выглядит флакончик. Он такой зеленый, красивый, притягательный. Не знаю, будет ли здесь аромат яблочка. Аромат яблочка, кстати, чувствуется сразу. Но он такой больше конфетный. Если сравнивать с яблоком, которое вышел у нас в леденцах, то вообще абсолютно ничего похожего. Этот намного качественнее выполнен и интереснее. Очень такой, ну,
я бы сказала, немножко мыльноватый аромат, но в целом неплохой, девичий. Буду им пользоваться с превеликим удовольствием. Я думаю, что весной он у меня прям вообще зайдет. Далее можно было выбрать себе за 150 рублей бонусы, вернее, как они назывались, бьюти-боксы, по-моему. Я выбрала, мне можно было заказать 3 штучки. Приходят они вот в таких вот упаковках. И в эти боксы входили мицеллярная вода. На сайте было 2 варианта, что могло прийти либо с мицеллярной водой, либо, по-моему, с тоником роза от Naturals. Но мне все пришло как в первом варианте. Далее идет смягчающий мицеллярный гель для умывания в объеме 30 мл. Тоже такой интересный дорожный вариант. Также, что порадовало, здесь была вот такая вот сыворотка, которую я хотела потестировать, но сомневалась, стоит ли ее приобретать. И звездой всего этого были водички с ирисом. Если, конечно, эти водички продать по самой минимальной цене, где-то 189-190 рублей, то, девчонки, можно спокойно это все, естественно, купить. На бьюти-боксы не было никаких скидок. Сюда еще входило 3 помады. Блески заменили на помады в одном и том же оттенке. Это матовая помада. Одна коробочка пришла мне немножко помятая, порванная, вернее. И я просто рада, что пришел именно вот такой вот оттенок. Он не сильно красный. Вот сейчас камера вроде бы как его передает правильно, но мне даже кажется, этот оттенок немножко потемнее. Видела уже у девчонок в распаковках свотча, но мне показалось, что она была ярче. Ой, какая она классная, просто красивущая. Вот так вот, мне кажется. Но все равно камера ее высветляет. Вот здесь вот более точный оттенок, чем на руке. Она такая более как бы томная роза, не сильно красная. Очень классный оттенок. Я безумно рада, потому что последнее время мне как-то стали эти оттенки. Оттенки, в общем, эти идут, и я с удовольствием буду пользоваться одной из этих помад, а остальные я обязательно раздарю. И осталось, девчонки, показать пакет-сюрприз, но перед тем, как я покажу пакет-сюрприз, положили мне пробнички. Пробники идут новой водички, которая Lac Intense, или как она называется. Lac Mie Eau de Parfum Intense, да. Ну, я не знаю, девчонки, я, наверное, тестить не буду, понюхаю в каталоге. Эти пробнички я все-таки подарю клиентам. Ну и давайте посмотрим, что мне пришло в пакет-сюрпризе. Склад у меня, девчонки, город Новосибирск. Пакет стоил 399 рублей. Здесь 5 средств. Я буквально секунду назад увидела, что пакет идет не запечатанный абсолютно. Но по-честному не стала в него заглядывать. Но что-то здесь, мне кажется, не очень хорошее, потому что он очень легкий. Что здесь такое? Я даже не знаю. Но гели для душа, мне кажется, здесь не будет. Первое. Так, что-то такое кругленькое. Так, интересно, что это у нас? Очищающая пенка для умывания, для комбинированной жирной кожи. Так, ну, пенка вроде как всегда нужна. И я вот думала, дезодорант, спрей. Следующее это у нас кремушек. Блимитированный защитный крем. Вот такой вот. Силиконовые перчатки. Так, далее. Далее что-то тут. Что-то. А что это такое? Наверное, средство для бровей или
производство Польша. Даже не представляю, что это такое. Так, палеточка. Открываем. А, тени, тени, тени. Посмотрите. Они идут два оттенка с шиммером. Ну, достаточно такие носибельные оттенки. Ну, я не знаю, тенями от компании Avon я, в принципе, пользуюсь, но я ждала парфюмерную водичку, туалетную, какую-нибудь хотя бы, может быть, с ванилью, как обычно, но нет. Видимо, все-таки пакеты новые. Так, следующее, что-то тут у нас, что-то такое вот, какой-то крем. Так, если здесь есть русский... Ночной крем для лица глубокого действия, защита и восстановление. 10 миллилитров. Вот так вот он выглядит. Будем пользоваться. В принципе, такими кремами я пользуюсь, поэтому... Ну, не айс. Не айс пакет, но что сделаешь. Ну и пятое средство. Ну, куда уж без лака для ногтей. Так, пакет пустой. Так, это какая-то серия. Так, оттеночек вот такой вот. Розовое золото. Rose Gold. Может быть, это с пайетками или что-то. Я не помню, такие упаковки были. Да, девчонки, это с пайетками. Ну, в принципе, оттеночек такой неплохой. Я, правда, сейчас такие продукты только использую для ногтей на ногах, поэтому, ну, буду пользоваться. Вот такой вот, девчонки, был пакет-сюрприз. Ну, я расстроилась. Я расстроилась, что нет водички. Ну, ничего страшного. Напишите, понравился ли вам пакет, может быть... вам кому-то пришел лучше. Напишите, в общем, свое мнение. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо огромное за внимание. Пока-пока.